Добрый день, приветствую всех любителей шопинга на моем канале и приглашаю вас вместе со мной сегодня посетить магазин H&M. Мы с вами посмотрим новую коллекцию. Коллекция большая, предназначена к отпуску, к лету, но также есть и повседневные модели. Давайте с вами посмотрим, что интересного предлагает нам магазин H&M. Какие товары, что можно приобрести к лету, купальники, сумки, шляпки, также аксессуары. Все с вами посмотрим, будем в курсе. И также обязательно посмотрим с вами цены, что почем можно приобрести на сезон лета. Оставайтесь, погуляем, отдохнем. Очень симпатичная юбка из новой коллекции. Посмотрите, какой красивый дизайн. Сверху она присборенная, завязывается на поясок стоимостью 30 евро и очень красивый носибельный цвет. Шорты из новой коллекции в красивом цвете. Кстати, выбор цветов есть. Также в комплекте идет ремень стоимостью 28 евро. Посмотрите, какой хороший вариант. В отпуск вообще прекрасно. Платье в стиле сафари стоимостью 40 евро. Тоже очень хороший вариант на сезон лета. Также в новой коллекции есть и туники, стоимость 30 евро, есть в черном и белом цвете. Также уже и много купальников очень красивых завезли, обязательно с вами посмотрим. Льняные шорты в нескольких цветах по 20 евро. Все у нас к отпуску, подготовка в полном разгаре. Если вы планируете отпуск, вам нужно обязательно заглянуть в магазин H&M. Также в Тикемексе тоже представлено много чего к отпуску, поэтому можно сэкономить и приобрести неплохие вещи. Вязаный сарафан, но он без подклады, стоимостью 20 евро. Может его носить как второй слой на купальник, предполагается. Пышная белая юбка стоимостью 50 евро на сезон лета. Очень симпатичный топ в молочном цвете стоимостью 18 евро. А мы с вами еще видели такой топ в черном цвете в предыдущем моем выпуске. И также похожие топы были очень симпатичны в магазине Резерв. Если вы не смотрели мое видео, оставлю вам ссылочку. Обратите внимание, какие симпатичные топы сейчас представлены. Вязаные ажурные платья по 30 евро. Ну, я думаю, что их можно одеть как второй слой, даже на купальник, или одеть под низ какое-то тонкое платье и сверху вот такой украшенное вышивкой стоимостью 30 евро. И вот показываю вам юбку, которую мы с вами смотрели, самую первую, очень симпатичная. Но здесь предполагается носить ее сверху на купальник, но тоже как вариант. Или приобрести какой-нибудь топ, футболку, тоже будет смотреться красиво. И очень хорошая модель, носибельный, красивый цвет, все в ней идеально. Шорты ткань вискоза по 28 евро. Мы с вами смотрели в светлом цвете. И вот также показываю вам в черном. И уже есть ремень. Очень удобно. Трикотажная кофточка. Красивый воротник.
очень тоже нарядная, подойдет к этим шортам, можно приобрести за 35 евро. Еще такие топы белые и с черной окантовкой, тоже очень хороший практичный вариант, можно приобрести за 10 евро. И, кстати, есть цвета синий, черный и также полосатая. Сарафаны всевозможные на сезон лета в разной цветовой гамме и вот такой на тонких бретелях можно приобрести за 20 евро. Льняное платье на подкладе с пышными рукавами, стоимость 50 евро, красивая расцветка на сезон лета, почему бы не присмотреть себе красивое нарядное платье. Жакет на прохладную погоду, ткань деним в черном цвете без воротника и тоже такие вот аутентичные оригинальные пуговицы стоимостью 30 евро. Пуговицы немного смотрятся брутально, но, кстати, это дает только изюминку этому жакету. И немножко с вами по ходу посмотрим аксессуары. Вот такие кольца из желтого металла, 8 евро. Я, честно говоря, не в курсе, что, наверное, кольца опять входят в моду. Босоножки на небольшом каблуке, на тонких шлейках, стоимостью 23 евро. Юбки из денима также продолжаются у нас в этом сезоне с высоким разрезом спереди, стоимостью 30 евро. У меня тоже когда-то была такая юбка, она мне очень нравилась. И видите, мода циклично опять возвращается. Оригинальные джинсы, такую полоску, стоимостью 50 евро. Шлепанцы очень, кстати, симпатичные, из плетеного материала на небольшом каблуке. И можно их приобрести за 25 лета к льняным вещам. Будет смотреться просто замечательно. Юбка на подкладе с английской вышивкой. Посмотрите, какая нежная, красивая юбка. Стоимостью 35 евро. Можно взять, себя порадовать. Не так дорого. И, кстати, вышивка очень модная, актуальна в этом сезоне. И посмотрим с вами купальники, кстати, очень симпатичные. Вот такой белый с черной окантовкой. Трусики можно приобрести за 10 евро, а верх стоимостью 16 евро. Такая модель в красивом шоколадном цвете с белым, стоимостью тоже 16 евро верх. И трусики, очень хорошая модель, носибельная, стоимостью 10 евро. Но также есть трусики и других моделей, танго и стринги. Поэтому каждый может выбрать себе нужную, понравившуюся именно ему модель. Купальник в красивом горчичном цвете. Низ можно приобрести за 10 евро. И верх тоже стоимостью 16 евро. Мы с вами пока видели все низы за 10 евро и бюстгальтер за 16 евро. И, кстати, на этом купальнике очень красивые крылышки.
Также к купальникам можно приобрести и тунику. Мы с вами смотрели в белом цвете. И вот показываю вам в черном цвете стоимостью 30 евро. Очень, кстати, неплохая модель. А я все мучаюсь, думаю, где мне приобрести тунику. И я уже забыла, что в H&M такие шикарные туники и очень хорошие цены. Нужно опять зайти. Симпатичные сумки, плетеные из соломы по 31 евро для города, для моря, для отдыха подойдет. Хороший размер, небольшая, среднего размера. Конечно, в нее вы не сможете носить на пляж полотенце, но по городу ходить очень хороший вариант. А здесь у нас симпатичные вязаные купальники вверх можно приобрести за 23 евро, а низ стоимостью 20 евро. На подкладке красивая модель. Красивое платье-туника на манекене, вязаное, стоимостью 31 евро. Посмотрите, какая шикарная модель. Пляжный сарафан мы с вами уже видели подобный в коричневом цвете, и вот есть еще в черном цвете. Я так понимаю, что это сарафан поверх купальника одевается, как пляжное платье, стоимостью 20 евро. Большой выбор шорт разных размеров, цветов и материалов, лен. Есть также смесовые ткани, лен с вискозой. И вот еще у нас шорты 16 евро, тоже есть выбор цветов. Красивый сарафан стоимостью 16 евро. И очень удобно, что можно одеть этот сарафан без бюстгальтера, потому что здесь сверху ткань прорезиненная. Юбка мини, такая вот изящная, нарядная, немножко с воланами и с вышивкой, стоимостью 21 евро. Ну, это для молоденьких девушек подойдет. Ну, посмотрите, какая прелестная. Белый жакет из денима, очень симпатичная модель на прохладную погоду. И такой жакетик можно приобрести за 30 евро. Прослужит вам не один сезон, всегда модный и актуальный. Еще очень симпатичный сарафан с вышивкой, такой воздушный летящий, стоимостью 26 евро. Очень симпатичная модель на лето, на отпуск или просто в городе. И как вы видите, этот сарафан есть в черном и белом цвете. Шлепанцы на сезон лета также можно приобрести в магазине H&M. И вот такая модель стоимостью 20 евро. Ну а на сегодня я буду заканчивать свой влог. Спасибо вам огромное, что досмотрели. Не забывайте поддержать меня лайком, комментарием и также подпиской. Это все очень важно для развития моего контента. И это небольшая благодарность мне как блогеру от моего зрителя. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и жду вас в новых моих видео. Всем удачи, до новых встреч!